естественно, сразу же с первого прыжка уходят в отрыв. И финны, и норвежцы показали, что, конечно же, соревноваться с ними все остальные команды не могут. Ну, естественно, я не говорю про сборную Австрии, которая еще пока не совершила свой первый прыжок. И этот прыжок будет исполнять Мартин Кох, который имел, на самом деле, все шансы для того, чтобы стать чемпионом мира по полетам на лыжах. И только лишь последний, четвертый прыжок подвел Мартина Коха. И подвел, конечно, не сам прыжок, но... Ух ты! Да, слов нет, конечно. Ну и, собственно, вот после этого прыжка... Мартина Коха, 105,5 метров, трое.